Вот он, девочки, момент, которого мы так ждали. Олег? Шанс получить обратно нашу эквестрийскую магию. Ау, точно? Силы наших голосов как раз хватает на то, чтобы заставить их так хотеть какую-то вещь, что они начнут драться за нее. То есть мы просто собираемся делать то, что всегда, раздуть конфликт и питаться негативной энергией. Нам нужен план, даже. Сейчас все будет не так, как раньше. Там есть эквестрийская магия. И их негативная энергия придаст нам сил, с которой мы сможем поставить этот мирок на колени. Ну а потом мы ведь победим, да? Сегодня так и вторник! Просто следуйте за мной. Или за мной. За мной.